принципе, все очень просто. Сидите вы грустные после праздника в упоре, да? Упор присел в перенеале, и что-то непонятно как-то, да, жизнь складывается. Вот, смотрите вы через вот это вот плечо, которое левое, да, налево смотрите, вот так. И понимаете, что закружилось что-то. Берете вот эту ручонку вот сюда вот. Да, и опять в этом положении. А потом вы понимаете, что вы поменяли место положения, а вам там больше вариантов. Вот, и уходим опять. Называется перекат через правое плечо. Боковое, да? То есть все очень просто здесь. Вот сюда. Слышь, это тоже занесло. Да, да. А потом уходим назад. Теперь идет движение назад через левое плечо. Сюда, да? Вот. И то же самое. Теперь сейчас попробуем, пойдем. Все очень просто, да, здесь встать. Вот. И будем выполнять упражнение. Тоже простое. Сюда через правое плечо. Стойте, вы находитесь в стойке. Выполняйте вот такое движение. Голова ковра касаться не должна. Да? И готово. Все очень просто. Выполняем сначала перекат. Группировка. Через правую плечо. Да? Потом через левую. Итак, вправо и, соответственно, наверное, как мороженое, да? Вот прям вообще, вот какую да. Булочку жарко, да, поглощается. И поскольку вы бежите с этой булочкой, вот вы заняты, там, да, с едой какой-то, с, не знаю, с бананами и так далее, да? Вот, вы не заметили, что споткнулись. Кто-то поможет. Да, и летите. Вот в таком вот положении. И чтобы, да, не расшибиться, вы делаете вот такой вот курочек, опять головы не касаемся, да? Вот, то есть подгнулся, вышел. Вот такое положение, понятно? Идем в положение, упор присел. Вот это вот положение. Ну, это называется. Ноги, соответственно, у нас на ширине плеч. Ноги вперед, смотрим, да? А, обычный курок, который мы делаем, это прижимаем подбородок к груди и с опорой на руки, с группировкой. Уходим опять на руки. Вот. А сейчас будем делать поворот. Длинный, так называемый, поворот. То есть все очень просто. Вот. Наша задача состоит в том, чтобы сделать это с большим таком толчком. Да. То есть мы отталкиваемся. Ставим все очень просто. Вперед. Бегу дальше. Ну, не так. Такой поворотчик. Ладно, лягушка садится. Длинный поворотчик, да? Лягушка садится. Понятно. Вот сейчас с этого рубежа вы выполняете курочки вот туда, до конца ковра, и потом бегом возвращаетесь назад, то есть вперед. Все очень просто, понятно? Итак, исходное положение принят, да? И раз. И два. Положение высокого парка остановить. Высокий парк, ну, четыре, грубо говоря. Вы идете. Вот, видите, человек стоит, да? Вы придете, но вы поставили его на заметку, да? Споткнулись, упали через него. Все очень просто. То есть движение идет вот сюда. Группировочек. Небольшой. Стоим на колени. Потом, смотрите, внимание. Делаем вот такую штуку перед собой, да? Практически молитвенное, да, что-то такое. Итак. Что делаем? Верхнюю треть лба, вот так вот, верхнюю треть лба, те волосы начинают расти шипопа. У кого-то они от бровей растут, будет сложнее определиться. Здесь таких нет, слава богу. Итак, встаем на головушку и стоим. Это есть отдых. Можно сейчас поговорить о женщинах. Или там еще о чем-нибудь таком, что с женщинами делают. Вечно. Сейчас делаем. Вот в этом положении мы с вами находимся. Да? То же самое, принимаем такое положение. Вы уже поняли, что особенно когда первый раз делаешь это упражнение, достаточно трудно удержать стойку. Но вы сейчас попробовали, и потом это можно будет доводить уже самостоятельно. Я вам сейчас расскажу такую вещь, которая вам поможет. Здесь не очень удобно.
лупах можно опираться ногами на стену на первых порах, чтобы научиться держать равновесие, выстраивать соотношения и таким образом. Но если вы будете заниматься уже без меня, моя задача сейчас посчитать вам материал. Что? Вообще не вспоминаете? Я систему даю. Сейчас блок я выдам, потом сядете, каждый запишет то, что запомнил. Потом будете сравнивать свои конспекты и понимать, чего вы стоите. Итак, поясняю, что делаем сейчас. Мы стараемся выйти на голову, да? Так же точно. Но на самом деле не выходим. Сюда.
Да, да. Продолжаем. Короче, что сейчас делать? Совершенно ужасно. Такое кошмарное совершенно движение. Вообще. Вот. Совершенно жесткий эквилибр, недоступный практически большинству. Вот. Что делаем? Сейчас вот разноменные ноги расставим, идут вот сюда. Прикинь. А потом обратно. Понял? Вот так вот надо. Давай, давай, на себя тяни. Ага. Ой. Что, боишься? Неудачно. Сейчас все получится. Вот движение, давайте. Чувствуем? Она построена по определенным таким вот лекалам, так скажем. Да? То есть есть определенные образцы, определенные принципы движения, при использовании которых мы что-то можем добиться. Я всегда предпочитаю начинать с обучения с очень простых каких-то, понятных совершенно. Да? Вот мы начнем с подводящих упражнений. Что такое подводящее упражнение? Например, да, в борьбе очень часто используются для выведения человека из равновесия два вида движений. Таких вот начальных. Это рывки и толчки. Вот. Для того, чтобы толкаться, нужно как следует сгруппироваться, да, и там толкнуть. Да? Вот. Либо наоборот, там надо стоять в захвате, да, должна быть площадь определенная, для того, чтобы выполнить толчок и так далее. Вот. Для того, чтобы выполнить рывок, нужно сделать предварительную работу определенную. То есть нужно взять захват. Без захвата пункта не будет никакого. Поэтому для того, чтобы вот облегчить это все дело, мы делаем простенькие упражнения. Мы толкаемся. Просто толкаемся. Вперед-назад. Очень простое упражнение. Становимся вот в такое положение, стойка одноименная. Ага. Вот. Ага. И вот упираемся отсюда. Это очень полезно, то есть если вы освоите вот эту защиту, упор, да, бросок под воротом сделать уже будет очень сложно. Почему? Не вероятно. Здесь можно будет сделать другие броски, я потом покажу как. Итак, ваша задача, да, по команде КОР, вы начинаете. Понятно, да? У вас есть параллель, потому что сразу вообще не подвезли. Это день, да, действительно, пошли. Итак, наша задача сейчас с вами выучиться следующие вещи. Становишься в такое положение, вот так вот на коленке опираешься. Держимся за эту самую, за шею, да? Делаем такое простенькое движение. Ножонку вот сюда вот выбрасываем. Вот, да? Вот. И остаемся вот в таком положении. Потом уходим вот сюда. Вот. Опа. Понятно? То есть вот наша задача, наработать вот эту вот штуку. Давайте, заодно немножко потянемся. Итак, что делаем сейчас? Руки перед собой, вот такое вот положение, простенькое. Выходим вот сюда, башкой не биться, ни в коем случае. Здесь вроде как мы имитируем захват противника, да, методическое упражнение.
хотели на улице. Вот. Замечательный совершенно прием такой, не требующий почти никакой подготовки. Ваша задача испугаться, потому что вот эта рука, она даже может пройти куда-то. Пугаемся следующим образом. Сейчас медленно. Помедленнее. Осаживаем, да? Вот сюда пошло движение. Вытягиваем по кругу. То есть это будет рука падает? Нет, это выведение из равновесия существует. Поэтому равновесие строится приемом. Понятно, да? Да. А чтобы он ее не отцепил назад. Потому что если он сорвет захват, уже будет работать неудобно. Это первое. Второе. Грудь и шею. Знаете, девчонок, но он правую палку совершенно ничему поддался, грубо говоря. То есть, принцип, да, здесь приходится все-таки работать. Я начал уходить на подножку. Далеко стоит, он не дает уходить, и приходится работать. Основная задача. Он держит на вытянутой руке. Да? Это очень херово. То есть его надо приблизиться к нему. То есть работать таким образом, перегрузить ручонку. Для чего? Вы будете ближе к его ногам. Таким образом. Дальше. Можно, конечно, сделать. Закрываем. Вот плечо идет вот сюда, плечо к плечу, да? Таз ваш должен быть ниже, чем его таз. Еще раз движение. Пригрузили.